Как связано физическое и психическое здоровье? Пока дойдет до нашей умной головы, наше тело уже нам выдаст эту реакцию. Почему стресс разрушает организм? Тогда уже вступает в силу истощение уже на физиологическом уровне. И как раз начинают развиваться те самые заболевания. Какие болезни возникают из головы? Сердце в пятках – это как раз, когда я чувствую, как оно бьется где-то там, где оно вроде бы не должно быть, а контакт с ощущениями собственного тела потерян. В гостях программы «Разговор по душам» клинический психолог Елена Зоткина. Смотрите новый выпуск во вторник, 7 мая, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».